Команда Silica Nexus характеризует свой проект как виртуальную вселенную кросс-реальности, в которой они хотят объединить потребительский рынок игр и развлекательный сегмент. Об особенностях стартапа, его целях и путях их достижения узнаете из этого обзора. Какую проблему решает проект? В настоящий момент в гейм-индустрии отсутствует четкая структура мотивации разработчиков и игроков, которая могла бы способствовать росту качества доступных продуктов. Кроме того, сообщества игроков представлены разрозненными группами, связь между которыми отсутствует. Формирование взаимодействия между геймерами и разработчиками с представлением основы для питания их интересов позволило бы устранить ряд сложностей, среди которых можно выделить следующие. Недостаточный уровень заинтересованности в развитии индустрии, проблемы формирования информационных потоков, на фоне которых теряется часть важных данных, отсутствие основы, на которой мог бы строиться новый игровой мир. Команда Silica Nexus приняла решение объединить гейм-интерфейсы, чтобы сформировать виртуальную игровую вселенную. Сама структура вселенной может быть представлена в виде маркетплейса, в котором разработчики будут представлять свои творения заинтересованным геймерам. В проекте существует собственный токен Droid ERC-20. При этом пользователи, держатели монет, по замыслу разработчиков, будут называться Droids, дроидами. Изначально роль криптовалюты во вселенной определяется как топливо. Соответственно, с ее помощью будет происходить формирование связи между сторонами, покупка игр, приобретение игровой атрибутики, произведение различных выплат и прочее. В том числе, работа с криптовалютой позволит стимулировать развитие вселенной. В качестве примера может быть взят конкурс на создание лучшей игры среди разработчиков. Честная конкуренция будет обеспечена гарантией достоверности сведений, сформированной благодаря блокчейну. Призовой фонд при этом может быть построен на базе донатов, предзаказов пользователей или же взят из части комиссионных издержек системы. В результате формируются условия для честного и открытого соперничества, благодаря которому перед разработчиками открывается возможность заслуженно получить победу, а перед игроками стать частью по-настоящему качественной игры. При этом команда стартапа уверена в успехе проекта, поскольку, согласно статистике, запросы на финансирование видеоигр стали одной из самых популярных и востребованных областей сбора средств на Kickstarter. Особое внимание команда стартапа уделяет возможностям дальнейшего продвижения платформы. Дело в том, что в настоящий момент на рынке блокчейн-проектов дальнейший успех во многом зависит от эффективности промоушена. Согласно White Paper, вселенная проекта будет активно популяризироваться за счет роботизированных программ и задействования медиаресурсов. В настоящий момент одним из партнеров стартапа выступает компания TVA Media Group. В частности, в продвижении проекта будут задействованы возможности интеграции мультимедиа в повседневную жизнь. Во многом подход схож с принципами работы игры Pokemon Go. Геймерам будет предложено, оперируя наложением реальности на виртуальную картинку, достигать определенных целей. Итак, итоги. Несмотря на не самую оригинальную идею, команда стартапа сформировала структуру продвижения вселенной, которая на фоне большего опыта разработчиков Silica Nexus может принести проекту успех. На этом все. Все важные ссылки и детали проекта снизу под видео. Всем спасибо за просмотр и до новых встреч.